Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. И для любителей криптовалюты, сегодня хочу поделиться экраном. Буду заходить в режиме онлайн, регистрироваться по криптомонете Tor. Экран монеты Tor Corp. Значит, как, насколько меня проинформировали, сказали, что экран платит. Вот, поэтому я решила зайти и, естественно, поделиться с вами. Пройдя в описании по ссылочке, попадете на такую страничку. Нажимаем далее регистрация. Значит, и что мы делаем? Прописываем логин, email, кошелек Tor. Ваш email на сайте Tor для выплат. Вот это, а что это такое? Нет, кошелек для того, чтобы... Так. Давайте посмотрим, это что это нам предлагают. Ага. Вот что. Понятно. Я здесь зарегистрирована, друзья. Нужен email-адрес от этого вот Tor. Вот от Tor вот этого. Понятненько. Давайте вернемся обратно. Так. И обратно. Понятно. Давайте введем логин. Email. Так. Покажи ваш email на сайте. Здесь у меня email. Я его сейчас копирую. Так, ваш имейл. И пароль. Сейчас поставлю на паузу, введу пароль. Я поставила пароль. Нажимаю зарегистрироваться. Вы успешно зарегистрировались. Ну, пока сохраню. Так, перейти на страницу входа. Логин, пароль, войти. И вот так наш кабинет выглядит изнутри. Баланс, реферальный баланс, количество рефералов. Ну, здесь это реклама. Переходим в профиль. Тут ничего такого нет. Это баланс. Опять же. История баланса. Вознаграждение. Получить монеты. Давайте получим монеты. Монеты дают 40 Tor. Час, друзья. Я считаю, это неплохо. Минимальный вывод отсюда. 1000 монет. Набираем 1000 монет. И вот пошел отчет времени. Через час опять можно зайти и получить. Нет ни капчи, ни скрытой рекламы, ничего. Вкладочка рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Далее информация. Так, правила. Это все читаем. Я зачитывать ничего не буду уже. Поддержка проекта. Также все читаем. И контакты. Официальный телеграм-канал. Чат есть. Имейл администратора. Так, и выход. Опять захожу сюда. Вот, у меня теперь на балансе, обратите внимание, 40 монет. Давайте нажмем подробнее и а вот вывести Tor. Вот это нет, не то. Вот это вывести. Вывод невозможен. Минимальная сумма для вывода 1000 Tor. Набираем 1000 и выводим. Конечно же, я не могла пропустить такой экран. У меня есть на том, ну, в том Торе, и у меня достаточно много уже монет. Кому интересно, собираем. Не интересно, не собираем. Я дала вам информацию. А как вы воспользуетесь информацией, то уже ваше, как говорится, дело хозяйское. Всем удачи, больших заработков. Будет что выводить, естественно, буду проверять на вывод. До новых встреч.